Юные хоккеисты, подопечные «Армады» опробовали новый лед. Ребята сразились в дружеском поединке, открыв в парке Захарова еще одно развлечение для всех жителей округа. Теперь катанием на коньках здесь смогут насладиться все желающие. Любителям он придется особенно по душе, а вот хоккеисты предпочитают лед потверже. Чтобы он был жесткий и скользкий, а здесь, но он еще не застыл до конца. Однако и спортсмены, и любители получили массу положительных эмоций. Помимо программы с выступлением хоккеистов, для гостей приготовили угощение. Для них работала полевая кухня со сладким чаем и горячим пловом. Нам очень понравилась организация. Столько много разных развлечений. Это очень здорово, что проводятся такие мероприятия. Здорово, что в Одинцовском районе все больше и больше открывается, конечно, таких не только катков, но и вообще муниципальных каких-то, скажем так, объектов для детей. Ну и не только для детей, соответственно. В принципе, спорт – это здорово, спорт – это сила. Тем, кто на коньках пока не стоит, удалось поиграть в подвижные игры, потанцевать и даже узнать свое будущее. Предсказания на год хотите? Да, очень хочу. Давайте. Спасибо. Тянем бумажку. Одну и читаем вслух. Так. Сбудется обязательно в сказочном парке Захарова, да. Не наводи порядок в том, от чего нужно избавиться. То есть все лишнее вон и все только хорошее. Спасибо. Пока. А вот в том, что с таким катком посетителям парка будет здесь еще интереснее, можно быть уверенным и без предсказаний. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».